Сандакан узнает, что он непроницаем для демона зла, а голубые монахи помогают ему открыть секрет удивительного камня на рукоятке Нандаки, меча его отца. Голубые монахи. Катись, катись. Опять выпал дубль. Это невозможно. Я никогда не видел, чтобы так везло. Спасибо, спасибо за игру, джентльмены. Очень красиво, не так ли? Красота. Хватит, папа. Ну и что? Что с тобой, если я даже и выпью? Будешь еще играть? Янис. А. Куда ты? А? Невозможно. Удивительно. Ты та женщина, о которой я всегда мечтал. Женщина, которая являлась мне во снах. Но, привет, красотка. Слава богу, что ты говорил все это во сне. Иначе я бы не только пощечину тебе залепила. Мой друг, я хочу познакомить тебя с Маруган. Маруган, это мой друг Янис. Красивый друг. Только откуда у тебя такие сны? Прости, но я не могу контролировать сны. Ведь так? Держи свои сны при себе, а язык за зубами. Похоже, пока я спал, многое произошло. Да, можно и так сказать. Это не просто переварить. Но это правда. Ладно, скажи, что я правильно тебя понял. Значит, какой-то странный зеленый демон вселился в того голубого монаха. А потом этот демон убил хранителя храма, чтобы украсть рубин. Но сначала он убил монаха и переселился в большого черного ворона. И спокойно улетел с камнем. Да, более или менее похоже. Друг, это просто сказки. Думаю, лучше я посмотрю свои сны, чем слушать про твои кошмары. Это действительно был кошмар. И, к сожалению, отец Маруган мертв. Нет, Конде не был мне отцом, но мог бы быть им. А теперь я одна. И я буду мстить. Хорошо, хорошо. Значит, вот каков план. Мы вернемся в Мадрас, туда, где мы впервые встретили монаха. Может быть, мы найдем других монахов его ордена. Решено. Давайте поспешим. Не будем терять время. Это она была охранником в храме? Нет, ее друг. Можешь считать меня сумасшедшим, но она не похожа на тех, кто ходит в храмы. Пойдем, Янис. Хватит мечтать и выдумывать. Поднимаем паруса. Отлично. И ветерок что надо. Эй, вы, хватит болтать. Поторопитесь. Похоже, у нас новый капитан, друг. Похоже на то. Но лучше не заставлять ее ждать. Давай руку. Подожди меня! Пока, мальчики! Не гонитесь за золотом! Охранник в храме? Да она воровка! Чёртова воровка! Но одно я знаю точно. Она очень хороша в своем деле. По крайней мере, у нас есть камень. Но мы не добьемся своей цели, если меч будет восстановлен. Это может оказаться сложным, потому что голубым монахам помогают непроницаемые. Они тоже ищут части меча. Тогда мы должны узнать, кто эти непроницаемые. Мы уже знаем это. И даже больше того, я знаю, как справиться с ними. Помоги мне, Великая Матерь. Чего ты от меня хочешь, Суэндана? У нас проблема. Непроницаемые провалили свою миссию. Глаз меча находится в руках Кали.
Рубин — это главная составляющая силы меча. Теперь наш путь будет сложнее. Мы должны найти непроницаемых и рассказать им, что на их плечах лежит большая ответственность. Мы сплотимся, братья, и будем надеяться, что они все еще вместе. Что ты делаешь, дитя? И я ищу тайный знак Ордена Монахов. У них на плече изображение меча. Простите за беспокойство. Изображение меча? Я не знаю такого ордена. Что ты делаешь? Два по цене одного. Купите мои горшки. Убери от меня свои руки, воровка. Если бы я хотела обокрасть тебя, ты уже лишился бы кошелька, большая обезьяна. Правда? Смотрите все. У нас здесь королева воров. А мы, глупцы, даже не знали об этом. Отпусти меня, иначе ты пожалеешь, что появился на свет. Покажи мне свой лучший удар, девочка. Предупреждала тебя, большая обезьяна. Швырнула его. Что с вами, мисс? Вы в порядке? Вы знаете что-нибудь о мужчине с головой слона? Вы имеете в виду Ганешу? Вы никогда не слышали о Ганеше? Здесь есть какие-нибудь статуи, посвященные ему? Конечно. Они в храме? Нет, я имела в виду в лесу. Есть большая, но очень старая. И не очень хорошо сохранилась. Вы знаете, как добраться туда? Конечно. Но это путешествие не для молодой девушки. Это очень опасно. Мне не нужна компания. И, как вы видите, я вполне могу постоять за себя получше, чем многие мужчины. Многие не значит все. Это, конечно, не наша лодка, но, по крайней мере, она плывет. Должно быть, это лодка, на которой приплыла Маруган. Ей досталось лучше. Умная лиса. Снова видишь сны наяву, Янос? Понимаешь, друг, какая странная вещь? В моем сне она была как настоящая. Хотя я раньше никогда ее не видел. Что? Черт возьми, это было. Не знаю. Но что бы это ни было, оно желало нам добра. Я уверена, он скоро вернется. Я так на это надеюсь, няня. Но Сандакан уже должен был быть дома. Успокойся, Марианна. Он поехал всего лишь, чтобы купить новый меч. Да, в тот ужасный день сломался меч его отца. Мне кажется, что это предвещает беду. Ты не должна так думать, Марианна. Он вовсе не ушел на войну. Так что он скоро будет дома целым и невредимым. Но что это? Слава Вишну, мы спасены. Подожди минутку. А где Камамури? О, нет! Какая глупая идея выйти немного поохотиться, Ранди.
На борту никого. Похоже, нелегко будет ее найти в этом беспорядке, который она оставила. Эй, вы двое, что вы там делаете? Эта лодка принадлежит молодой девушке. Да, вон той девушке. Не будь так уверен, друг. Это твоя девушка-воровка. А корабль принадлежит Радже из Килтара. А это он. Из Килтара? Да, именно, мой друг. Ты правильно расслышал. Мы из Килтара. Вы можете говорить громко, чтобы мы могли услышать? Лодка прибыла утром. Она проплыла как раз мимо тех развалин. Что? Мне очень жаль, друг, но Килтар стерт с лица земли ураганом. Что случилось? Камамури! 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 Где ты, мальчик? Камамури! Ранди! Слава богу! Что случилось, Ранди? Где Камамури? Где? Пошли за ним. О, нет! А, так вот статуя Ганеши. Как раз в том месте, которое мне описал человек в тюрбане. И что теперь? Монастырь должен быть поблизости, но... Птицы, они перестали петь. Может, лошадь испугалась змея? Но сегодня вечером они вернутся в монастырь. Кто вы? Я рублю дрова для монахов. Что это за монахи? У них странный орден. У них на плече изображение меча. Ты можешь отвезти меня туда? Да, я могу показать тебе дорогу. Монастырь здесь недалеко. Смотри. Видишь пещеру? Да, но... Так странно. Я ее до этого не заметила. Это пещера-проход. Чтобы попасть в монастырь, нужно пройти сквозь нее. Через пристанище воров. Какая огромная пещера. Эй, кто здесь? О, нет! Прочь отсюда! Прочь, прочь! Я держу тебя. Но... Ты вернулась, Маруган? Оглянись вокруг. Вы хотите сказать, что я и не уходил отсюда? Иногда страх — это только наше воображение. Но иногда демоны знают, как соблазнить нас и заставить нас думать, что это реальность. Ты демон-убийца. Хватит. Даже если демон не может завладеть тобою, ты не сможешь победить его. Ты думаешь, что ты сможешь победить меня, глупый старик? Нет. Я сказал нет. Мы все вместе победим тебя. Я раздавил бы вас всех, как горстку мух. Но у меня есть более важные дела. Этот демон никогда по-настоящему не умирает.
его можно победить на время. И ты можешь помочь нам сделать это, Маруган. Марианна? Сандакан. О, Сандакан, это все так ужасно. По крайней мере, ты в порядке. Да, теперь в порядке. А где Камамури? Нет, нет. Его сердце все еще бьется, но он не приходит в себя уже несколько дней. Его осматривали лучшие доктора Килтара, но никто не смог помочь ему. Все, что мы можем делать сейчас, это молиться о чуде. Это моя вина, Камамури. Если бы я был здесь, ничего такого бы не случилось. Я обыщу весь мир, но найду лекарство, которое поможет тебе. Сандакан, у тебя гости. Это твое. Я пришла, чтобы вернуть это тебе. Сейчас я хочу вернуть только Камамури, но это невозможно. Остальное мне неинтересно. Подожди минутку, Сандакан. Я рисковала жизнью ради тебя. Твоя жизнь интересует меня меньше всего. Послушай меня, неуклюжий здоровяк. Монашеский орден с мечом на руке существует. Я видела их, они спасли меня от демона. Того демона, который убил Конда. Почему я должен верить воровке, которая не умеет говорить правду? Уходи, Маруган. Твои бурные фантазии меня не интересуют. Ты должен выслушать ее, Сандакан. По крайней мере, в этот раз Маруган сказала правду. В это сложно поверить. Все кажется нереальным. Но правда приносит слишком много боли, чтобы выносить ее. Что вы знаете о моей боли? Ребенок, который так дорог тебе, кажется мертвым. Но это не так. Он в нереальном мире. Мы должны позвать его вернуться в наш мир. Это невозможно. Что он больше всего любит? Играть в игры, рисовать картины. Но даже больше он любит ходить в лес, охотиться. Но больше всего он любит своего тигра Ранди. Готово. Он вернулся к нам. Посмотрите на него. Ранди. Вау. Камамури. О, мой ангел. Я так голоден. Вот как? Мы тут до смерти перепугались, а он просто хочет есть. Я твой вечный должник, мой друг. Я сделаю все, что ты захочешь. То, что я попрошу у тебя, Сандакан, гораздо больше, чем ты можешь ожидать. Много веков Вишну, бог жизни, боролся с Кали, богиней смерти. Давным-давно, еще до наших предков, Вишну объединился с Рибу, мастером ремесел, Риши, ясновидящим, и Агни, богом огня. Вместе они создали Манда, неуязвимое оружие, которое делает неуязвимым того, кто им обладает. Нандака состоит из четырех частей. Три могущественных орудия, волшебный кинжал, таинственный клинок и безупречный меч. А на рукоятке Нандаки Вишну закрепил волшебный камень. Ма – красный рубин, известный под именем Глаз Знания. Этим неуязвимым оружием Вишну и победил Кали. Отличная история. Эй, успокойся, Ранди. Так значит, добро победило зло? Только на время. Если последователи Кали соберут все части Нандаки, то зло непременно восторжествует. Так почему просто не уничтожить его? Потому что Нандаку нельзя уничтожить. Но чтобы Нандака не попал в чужие руки, голубые монахи выбрали вас. Вы должны найти его. Предки наших предков решили передать все четыре части Нандаки королевским правителям, которые стали почетными хранителями меча. А те, в свою очередь, спрятали части Нандаки в секретных местах. Каждый хранитель передавал свое знание из поколения в поколение. Каждая часть оружия имеет рисунок, указывающий на местоположение следующего элемента.
Раджа Килтара был хранителем, который спрятал рубин, известный как Глаз Знания. А Сандакану было суждено найти этот указатель. Но кража в Белой Пагоде выдала местонахождение камня. Теперь Кали с помощью своего демона завладела им и ищет оставшиеся три части Нандаки. Но как мы можем помешать помощникам Кали найти три оставшиеся части меча? Нам надо найти их раньше и восстановить неуязвимый меч. А почему голубые монахи выбрали нас для такой чести? Они выбрали не тебя. По какой-то причине на меня не подействовала магия демона. Только непроницаемые смогут восстановить неуязвимое оружие. Но даже вам понадобится помощь в этой миссии. Вы имеете дело с черной магией. На вашем пути будет много опасностей. Этот дар достался тебе от твоего отца. И только ты поможешь нам победить это зло, Сандакан. Но теперь я должен предостеречь тебя. Ты должен оставить позади все, что дорого твоему сердцу. Иначе ты будешь рисковать жизнью, а еще хуже своей душой. Зато ты получишь способность познать самого себя. Хорошо, я согласен.